Креолофозавр. Крупный плотоядный динозавр, живший во времена раннего юрского периода, примерно 190 миллионов лет назад. Он довольно быстро бегал на двух задних конечностях среди лесов Антарктиды. Этого динозавра было легко узнать по высокому костному гребню, вытянутому поперек головы. Такая нестандартная деталь и место находки послужили поводом для названия. Имя креолофозавра означает «замороженный ящер с гребнем». Палеонтологам удалось найти череп хищника с 9 острыми и загнутыми внутрь зубами. Антарктическая экспедиция в 1991 году стала большой удачей для ученых. Палеонтологи отправились в Трансантарктические горы, где после долгих поисков нашли во льдах почти целый скелет креолофозавра. Раньше ученые тоже находили в Антарктиде останки древних животных, но это были только отдельные фрагменты. Палеонтологи аккуратно доставали скелет креолофозавра из снегов и льда на протяжении многих месяцев. Ученые трудились не напрасно. Этот динозавр оказался уникальным, подобных которому практически не встречалось. Благодаря тому, что его скелет хорошо сохранился, креолофозавра удалось подробно изучить. Гребень и пара коротких рогов возле глаз креолофозавра были слишком тонкими, чтобы динозавр мог использовать их как оружие. Ученые считают, что такое приспособление было своего рода украшением. Вероятно, оно было только у самцов и привлекало самок в брачный период. Точная форма гребня пока неизвестна. Ученые посчитали, что гребень похож на прическу известного певца Элвиса Пресли, поэтому они в шутку прозвали динозавра Элвизавром. Креолофозавр был одним из самых больших хищников своего времени. Этот плотоядный динозавр мог охотиться даже на крупных животных. Бегал он довольно быстро, легко догонял свою жертву, а мощный хвост помогал ему маневрировать и сохранять равновесие. Передние конечности динозавра были намного меньше, чем задние. Ящер использовал их, чтобы держать пищу, которую разрывал острыми зубами. Задние конечности были хорошо развиты и несли самую большую нагрузку при ходьбе и беге.